Своего жениха, который вот прямо в это время возвращается из армии. Он служил солдатом, и она вся в каких-то радостных
и с другой стороны, в тревожных предчувствиях, вся в ожидании. И вот давайте мы послушаем Россини, Клотина Нинетты из оперы «Сорока-воровка». Исполняет Ирина Курманова. Contenti, contenti, sì, avvengo.
Колчина и Станислав Сазонов, которого вы уже знаете. Я еще забыл сказать про Станислава, что он некоторое время тоже являлся солистом камерного музыкального театра имени Покровского. Они с Ириной Курмановой вместе работали. Станислав исполнял сложнейшую клавиатурную партию Юлия Цезаря в одноименной опере Генделя. Анастасия Колчина приехала издалека, родилась в городе Тында, училась в Иркутском музыкальном училище, а потом в Москве, в училище Шнитке, и тоже нашла своего педагога в жизни, и тоже это Маргарита Васильевна Шадрина, и сейчас Настя учится в институте имени Шнитке. Ребята покажут для вас образец дуэта Буффа из комической оперы «Итальянка в Алжире». Вкратце сюжет такой, что одна итальянская сеньора отправилась на поиски своего пропавшего жениха Линдора, и в море она попала в плен к пиратам. И в этом плену она случайно встретила своего бывшего поклонника по имени Таддео. Это Станислав. Короче говоря, все мысли Изабеллы заняты Линдором. А тут к ней, в общем, как бы, грубо говоря, пристает Таддео. Но, поскольку они в плену, главная задача им спасти свою шкуру. Как бы, и вот они сговариваются представиться как дядя и племянница. И вот этот дуэт, полный очень такого грубого итальянского, как положено в комедии дель арте, и такого юмора площадного, всяких колкостей на грани непристойности, и, то есть с перцем. И вот мы сейчас попробуем изобразить эту ситуацию, когда они выясняют отношения и решают вот, выдать себя за дядю и племянницу. Thank you.
Риты иль бабыло старым ин колера. Раньше их у нас называли контртенор, сейчас больше принято называть альт, допустим. Итак, я приглашаю сюда к нам Рустама Еваева. И его пианиста Александра Токсова. Прозвучит духовное сочинение Россини «Ава Мария». Thank you.
бесконечно. Я еще расскажу о Рустаме, а сейчас наш следующий герой, тенор Вячеслав Гориков, солист музыкального театра имени Натальи Сац. Учился он в Казани, где владел сразу несколькими профессиями, и певца, и педагога. А потом переехал в Москву, закончил... прошел стажировку, вот так надо правильно сказать, в Центре оперного пения Галины Вишневской. И кроме того, что он ведущий солист в своем театре поет, там Ленского, Томино, будет участвовать в премьере оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» в роли принца, он активно участвует в концертной жизни Москвы, много поет в Кафедральном католическом соборе, и в частности исполнял там в недавнем прошлом маленькую торжественную мессу о России. Вот как вот интересно. Но сегодня он нам споет другую вещь. Я думаю, что все вы уже заждались сивильского цирюльника, потому что первая ассоциация, естественно, когда говорят «Россини», то это сивильский цирюльник. В нашей стране, вот, к сожалению, другого не знают и не хотят знать. Поэтому вот наш вечер сегодня, я надеюсь, это будет такая вот маленькая просветительская акция, которая покажет России, показала уже Россини как автора не только сивильского цирюльника, но и сочинителя весьма-весьма разнообразной музыки. Итак, Владислав Голиков, партия фортепиано Александр Котовщиков, Россини, канцонетта графа Альмавива из оперы «Сивильский цирюльник». Oh!
вновь на сцене Рустам Еваев. Мы покажем два фрагмента из оперы «Танкрет», но прежде мне хотелось бы вам немножко представить этого замечательного певца, приглашенного солиста Большого театра, обладателя столь редкого, уникального голоса, который заставляет нас вспомнить об эпохе кастратов, когда вот действительно мужчины пели голосами ангелов. Действительно, по-другому не скажешь. Во времена России, к сожалению, эта эпоха уже подходила к концу. И один из последних могущественных кастратов вот первой четверти 19 века, Джованни Баттиста Веллути, он даже успел отметиться в одной из опер Россини, одной из ранних опер Россини, Аврелиано в Пальмире, где исполнял партию Арзачи, и в историю вошла знаменитая конфронтация певца и композитора, потому что Веллути, как и положено кастрату, он оснащал как бы всю партию многочисленными импровизациями, когда оркестр должен был останавливаться. Россини вот этому воспротивился и хотел заставить певца петь по нотам, как написано. Но это было очень трудно. Вот такой вот исторический анекдот. Рустам начал свое вокальное образование в славном городе Астрахань. И назови, пожалуйста, своего педагога, своего первого, это же очень важно. Мой первый педагог в училище закончил дедушевское хоровое отделение, как дедушок хора, была Нина Васильевна Копцева. И она вот, видимо, и заложила вот, как бы фундамент, поняла. У меня было несколько педагогов, и сейчас на концерте присутствует мой педагог, если можно подняться. Назови. Людмила Конкордина. Людмила Конкордина Овчинникова, профессор Московского университета культуры и искусств. Вот мой преподаватель. Мой любимый преподаватель. Рустам, а расскажи, пожалуйста, вот кто впервые открыл природу твоего голоса уникального? Ты сразу стал петь, вот как контртенор, как альт, или сначала пробовал петь тенором, там бывает, допустим, баритоном, как Дэниел, знаменитый контртенор, он начинал как баритон, допустим. Как у тебя было? Это сложный вопрос, потому что я думаю, что у каждого контртенора развивается именно вокальная техника по-своему. Мне всегда хотелось петь высоко, и, наверное, вот эта внутренняя мысль того, что мне хотелось петь высоко, она и заложила свои плоды. Но это уже в Астрахани, да, вот нащупали эту вот и как бы природу? Я думаю, что в Астрахани как бы нащупали, а в Москве уже... Вывели как-то. Усовершенствовали. Вывели ее, да? Вот. А скажи, пожалуйста, а вот ты целиком партию Танкреда где-то удалось петь? Расскажи нам. В Риге, в оперном театре греческом. Был концертное исполнение оперы «Танкред». Я пел именно всю партию. Потому что действительно хочется, чтобы музыка России не звучала у нас почаще. Я думаю, что в Москве тоже как-нибудь это все надо устроить, чтобы целиком пропели эту оперу. Итак, давайте уже хватит говорить. Послушаем каватину Танкреда из оперы Россини «Танкред» «О Патрия» и знаменитая «Дита Антипальпити». И затем будет дуэт Танкреда и Арджирио из этой же оперы. Thank you.
плачу. E questo per me giorno sereno cominci io il cor a respirarmi in sino. Thank you.
объятий. Жалко отпускать таких прекрасных музыкантов. Я думаю, все сейчас почувствовали, вот в чем соль россиниевской музыки. Это вот в отрыве от силы земного притяжения, когда вот
эти колоратуры бесконечные, пассажи нас уносят куда-то в небеса, и мы вместе, в общем, вот с голосами певцов воспаряем. Это действительно вот такие вот замечательные, я для себя называю шампанские свойства музыки Россини. И в следующих номерах мы тоже услышим. Я приглашаю сюда солистку Московского музыкального театра «Новая опера» Елену. Я тоже. Елена – лауреат многочисленных международных конкурсов, как и все участники сегодняшней программы. Нет ни одного певца, я бы сказал, даже вообще сегодня нет ни одного певца, кто не был бы лауреатом. Елена закончила Академию хорового искусства по классу Татьяны Лошмаковой. И, как я уже сказал, сегодня ведущая сопрано, колоратурная сопрано в новой опере. Очень рекомендую сходить послушать. Она поет главные партии в «Любовном напитке» Доницетти, «Царицу ночи» в «Волшебной флейте» Моцарта, «Адель» в «Летучей мыши» Штрауса. И вот совсем недавно она исполняла партию «Сестры Золушки» Кларинды в концертном исполнении «Золушки». И новая опера нам готовит сюрприз. Будет постановка сценическая в костюмах. Это будет спектакль, это осенью. А сейчас Елена Митракова исполнит номер, который по-итальянски называется «Ля данса», а в наших краях известен как «Тарантелло». Thank you.
Наконец-то! Олег Чайковский, солист Московского театра «Новая опера». И вот я приберег к этому моменту маленький рассказ о постановке «Сеньора Бускин». Я уже нашей публике рассказывал, что было такое дело, когда был в прошлой жизни театр «Арбат опера» впервые на русском языке, правда, в России показал комический фарс Джоаккино Россини «Сеньор Брускино». И вот Олег исполнял там одну из главных партий, Брускино отца. И поэтому вот его появление здесь, понимаете, как бы закольцовка вот многих и многих событий, интересных нашей творческой жизни. Олег тоже непростыми путями пришел в вокальное искусство. Сначала получил образование не где-нибудь, а в МИСИ, да. Очень это круто, в общем. Но тем не менее, вот знаете, когда голос у человека есть, он все равно как-то вот выходит, вылезает и заставляет человека искать пути реализации. Настройки. Майна, Вира, все, голос, видите, голос. И вот насколько, Олег, я правильно понимаю, да, что вот твой голос услышала впервые вот преподаватель Гнесинского училища Аида Гайнарова, да? Да. Это так? И в общем, она его буквально вот... Да. И она буквально вот толкнула Олега на эту вот прекрасную, ну, и прекрасную стезю. Послушайте, что так получилось. Так, давайте уже петь. Мы хотим вам предложить... на ваш суд выходную арию Дандини из оперы «Золушка», которую Олег сейчас репетирует в своем театре, премьера которой будет осенью. Я же говорю, репетирую. Да, да. Да, да. Ситуация такая, что немножко другая, чем в сказке «Перо». Ну, вы это знаете прекрасно, что хрустальный башмачок в опере «Россини» стал по соображению католической морали браслетом, значит, вампиршу-мачеху заменил такой чванливый, тупой папаша, отчим Золушки. И все крутится там вокруг того, что принц в своем Салернском герцогстве, где происходит действие, он объявил смотрины невесты. И для того, чтобы как бы сбить с толку всех папаш-мамаш во всех семействах, они поменялись обличьем со своим камердинером. И вот Дандини, камердинер принца, здесь... как принц заявляется в дом, где живет Золушка, к барону Дону Манифика. И вот, собственно, попробую выдать себя за принца. Thank you.
Концерт, который он подготовил, всех певцов, конечно, но все-таки инициатором вообще этого цикла был наш Андрей, близкий человек нашему дому, с которым мы начинали много всего интересного и продолжаем, и будет. Я надеюсь, что вы будете приходить, и от вашего имени, от нашего дома я хочу поблагодарить всем кулитерам. И мы заканчиваем сезон, и уже следующий будет в новом сезоне. Это будет в конце апреля месяца «Карамболина Карамболета». Все, ждем вас!